На дорогах Твери вновь неспокойно. Зафиксировано не менее 10 случаев нападения на маршрутные такси. Средь бела дня хулиганы атаковали микроавтобусы. Налетчики битами разбивали маршрутные такси и сбивали водителей. Досталось и пассажирам. У меня 4 пассажира было. Одну больницу отвезли. А остальные не знаю. По утверждению одного из пострадавших, по крайней мере, один из водителей был направлен в реанимацию. Заявление в полицию подали пока лишь несколько человек. В МВД России по городу Твери поступили 3 заявления. Одно от владельца маршрутного такси 9 маршрута, одно от водителя этого маршрутного такси и от пассажира маршрутного такси. Случай нападения на маршрутное такси в Твери не редкость. Последний подобный инцидент был зафиксирован в конце прошлого года. К счастью, тогда никто не пострадал. Дорожный конфликт, случившийся сегодня, мог иметь и более тяжкие последствия. По утверждению одного из пострадавших, хулиганы орудовали битами, но в руках одного из нападавших было и более грозное оружие. 2 парня с битом был. Одну с пистолетом был, одну с битом. Был пистолет или нет, должно установить следствие, но в деле уже появился подозреваемый. Сотрудники УМВД России по городу Твери задержали по горячим следам одного из предполагаемых хулиганов. Подозревается житель Калининского района, 90-го года рождения. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия, в ходе которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Чем руководствовался молодой человек, совершая нападение, установит следствие. Не исключено, что вырастет и количество фигурантов уголовного дела, поскольку слишком массовой оказалась проведенная акция. Альберт Байков, Станислав Конышев, РЕН-ТВ «Пилот».